Добрый день! Что такое лакокрашенные материалы торговых марок Farben и Farben Prof? Конечно, в первую очередь, это высококачественные лакокрашенные материалы, в области применения которых являются индустриальные объекты. Окрашивание можно поделить на 4 основных этапа. Это подготовка, то бишь очистка изделия, нанесение базового слоя, финишного слоя. Ну и заключительный этап – это проверка ожидаемого результата. В данной ситуации у нас изделие, которое прошло дробеструйную камеру. Его подготовка соответствует всем нормам и требованиям для производства металлоконструкции. Материал должен хорошо укрывать, защищать. Он должен иметь, соответственно, товарный вид. Ну и, конечно, у нас было задание для наших коллег, чтобы время сушки максимальным образом можно было сократить. Получили очень хорошие результаты, и мы этими результатами довольны. Вот на сегодняшний день у нас проект сейчас в работе достаточно крупный. Мы делаем конструкции для группы компаний «Черкизово». Это строительство комплексов по выращиванию, доращиванию индейки в Тамбовской области, где используются материалы, которые нам представили компания АБС Фарбен. Это быстро сохнущий грунт ГФ-021 и эмаль ПФ-115. Защитные покрытия находят широкое применение в различных отраслях промышленности. В основном индустриальные покрытия используют на предприятиях по производству металлоконструкций, машиностроения, судостроения, железнодорожного транспорта, а также нефтегазовой отрасли. Торговые марки Farben и Farben Prof представляют собой широкий ассортимент готовых решений систем покрытий для различных сфер применения, а также часто необходимо разработать индивидуальное решение для той или иной задачи. Сегодня мы коснемся самой известной, к счастью, незапамятных советских времен системы ГФ+ПФ. В данном случае мы будем использовать быстросохнущие материалы, то есть ГФ быстросохнущий серого цвета и ПФ-115 тоже быстросохнущие. Цвета идут по РАЛу, поэтому в этом проблемы нет. ГФ будет наноситься двумя слоями общей толщиной 80 микрон, соответственно, по 40 микрон по сухому слою каждый слой. ПФ-115, то есть финишный слой, будет наноситься тоже 40 микрон по сухому. Итого на все лакокрашенное покрытие у нас будет 120 микрон по сухому. Это самое распространенное, как я сказал, лакокрашенное покрытие со сроком службы более 7 лет. Наша компания разработала в своем роде инновационный материал. Базовый слой, он же грунтовочный слой, на алкидофенольном лаке. Содержание фосфата цинка высшего сорта. Этот материал имеет очень быструю сушку, которая не превышает 45 минут при плюс-минус 20 градусах по Цельсию. И обладает очень хорошими декоративными свойствами. И, в принципе, это является очень хорошим аналогом старому проверенному ГФ.